Шеф-повар Максим Григорьев. Соус хабанера. Привет всем! Любите ли вы жгучий перец? А очень жгучий перец. Если любите, тогда я представляю вашему вниманию перец, который признан как самый острый и имеет сильный жгучий вкус. Это капсикум китайский, он же перец хабанера. Почему у него два названия? Некий австралийский ботаник по имени Николаус Жакен ошибочно думал, что перец распространился из Китая, и поэтому он дал ему название капсикум китайский. Время приготовления – 10 минут. Ингредиенты. Лимон 20 грамм. Перец красный молотый 2 щепотки. Перец сладкий 40 грамм. Перец хабанера 200 грамм. Перец чили сухой 1 чайная ложка. Сахар мелкокристаллический 1 столовая ложка. Соль 2 щепотки. Уксус яблочный 1 столовая ложка. Чеснок 6 зубчиков. Шаг 1. Для начала наденьте перчатки, обязательно. Очистим перчик от хвостиков. Помоем. Шаг 2. Блендером измельчим перец. Шаг 3. В измельченный перец добавим сладкий перец и выжмем чуть меньше 0,5 лимона. Измельчим. Шаг 4. Добавим чеснок и специи, сухой перец чили, красный молотый перец, уксус, тростниковый сахар и соль. Все измельчим до однородной массы, то есть почти до однородной. Шаг 5. Соус готов. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.